Жители деревни совсем не понимают меня. Это ранит мое доброе сердце. Только с вами и можно поговорить. Я принес еще корма. Вот. Дай его сюда. Тебе не кажется, что эти куры худоваты? Не кажется. Они столько жрут вообще. Даже по морде тебе лень дать. Настолько я в печали. Типа. Вы моя единственная радость в жизни. Работа не волк. Все не волк. Только волк. Волк. Кто бы мне пятки помассировал? Трудолюбие? Нет, не слышу. Обязательно всем не хватает. Мне определенно нужна лошадь, чтобы передвигаться по ферме. Thank you.
Этот талисман я добыл в Медее. Мою внучку мучают кошмары по ночам. Я думаю, это из-за него. Если вам так нужен этот камень... О, это нам очень поможет. Забирайте. Благодарю. Мы выясним причину кошмаров. А, Джаред? Буду очень благодарен. Принцесса Джаред отправилась исследовать пещеры. Не знаю, зачем. Откуда столько незнакомцев из Оливии? В нашем городе есть опытный инструктор и умелый кузнец. Принцесса Джаред явно не в восторге от нашей кухни. Лучше тренироваться на пугалах, чем самому стать пугалом. Откуда столько незнакомцев из Оливии? Ты утверждаешь, что справишься, но откуда мне знать? Я изучал наследие древних по всему материку. Я специалист в своем деле. На словах вы все специалисты. Да и как ты справишься в одиночку? Я не один, со мной эльф. Специалист по древним языкам и тоже опытный археолог. Видите ли, принцесса Джаред, наследница... Ну да. Очень сожалею, но мы не можем поручить вам дело подобной важности. Вы можете идти. Ну что ж. Вот этот камень.
Я нашел в руинах Валенсии. Если вы сами разбираетесь в реликвиях. Не может быть. Это камень равновесия. По легенде, в него можно заключить силу тьмы. Не думал, что он... Не этот ли камень искал Жардин? Хорошо. Поручаю исследование каменного зала вам. У вас неделя. Мои солдаты проводят вас до места. Мы увидимся раньше. Занесла же тебя сюда нелегкая. Свет всегда сильнее тьмы. Опыт подсказывает решение. Я никогда не забываю друзей. Занесла же тебя сюда нелегкая. Свет всегда сильнее тьмы. Всюду пустые бутылки. И нравится Крезусу это пойло. С другой стороны, есть на чем отрабатывать удары. Никогда не смогу привыкнуть к этому запаху. Оливию охраняет наша дружина. Здешние края мне по душе. Мы здесь для защиты мирных жителей. Все тут уважают Крезуса. Оливию охраняет наша дружина. Внешние края мне уже. Мы здесь для защиты мирных жителей. Все тут уважают Крезуса. Thank you.
Оливия охраняет наши дружины. Здешние края мне по душе. Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.